Председатель правительства области Александр Петрович Нефедов сегодня провел встречу с руководством компании ВТБ-24. Стороны подвели итоги сотрудничества последних лет и обменялись взглядами на дальнейшую совместную работу. При участии банка, в том числе в регионе, реализуются крупные инвестиционные проекты в жилищном строительстве, образовании, транспортной сфере. В 2015 году, несмотря на банковские трудности, Самарская область в целом по ряду направлений продолжила укреплять свои позиции и объем валового регионального продукта, чем мы гордимся. Номинальное выражение увеличился на 10%. Обе стороны выразили заинтересованность в снижении процентных ставок при кредитовании малого и среднего бизнеса, также в открытии новых отделений в муниципалитетах, особенно в сельских районах. Мы каждые 3 месяца, каждый квартал, мы выдаем 1,5 миллиарда, больше 1,5 миллиарда обычных потребительских кредитов людям и около 1, чуть больше 1 миллиарда ипотечных кредитов.